за крышку сдержат они друг друга. За шиворотки. Ага, ага. Шиворотки. В ходе драки подозреваемые повалили полицейского на пол. Куда упали? И достали нож. Вот так, удар на него, да, ножом? Сколько ударов? Три. Он на меня орал так. Держи ногу. Угу. Я вот держал. Вы каким образом держали ногу? Так. То есть на корточках находились тоже, да? Угу. Так, держали ноги. Ага. Дальше, видимо, пытаясь сокрыть свое преступление, изверги перетащили тело убитого в комнату. Следователи уже провели комплекс неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия, допрошены подозреваемые и свидетели. По данной статье убийце грозит вплоть до пожизненного. Тем временем в МВД отмечают, что отец четырех детей, капитан полиции Василий Васильевич Бурцев, отдавший службе больше 10 лет, характеризовался только с положительной стороны.